Так. 26 февраля 2021 год. Харьков, 21:57 по Киеву. И наша красавица Луна. О, Аристарх вылез слева. Вот он в уголочке, в левом нижнем, один из самых молодых кратеров на Луне. Да, ветерочек, ветерок. Совершенно невозможно регулировать камеру сегодня после морозов. В Харькове сразу плюс 12 было и потекло все, поэтому снимаю на щебне. Натурально не могу ни на какую более удобоваримую подложку поставить штатив. Вот он, кратер. Тихо, Брага. Кратер тихо, вот как ужасно. Ну, ветер. Ладно, пошли пока на Регул посмотрим. Он тут недалеко. До Луны 368 тысяч километров сейчас. А вот и Регул. Рядышком с Луной. Да, я даже не буду зафиксироваться, пытаться. Да не 89 световых. Лет. Расстояние. Более чем впечатляющее. Получается, шестое февраля, 4 дня назад моей бабушке исполнился 91 год, если бы она в 12-летнем возрасте, да, отправилась со скоростью света в сторону Регула, Регула, сегодня была бы там. Это, знаете ли, много. Да, ну... Очень облачная зима. Натурально неделями, месяцами невозможно было ничего снять. Так что даже несмотря на то, что сейчас и камеру установить негде, и ветер довольно-таки приличный, решил поснимать в охотку. И небо, конечно же. С дымкой. Ну, завтра утром уже сплошная облачность. На западе сейчас сплошная облачность. Хотел я поснимать Плеяды, хотел я поснимать Марс. Но нет. Ну, в общем, весна близко. Ясное небо, надеюсь, тоже близко.
осталось немножечко подождать. И буду любоваться на все эти красоты. Хоть ежедневно. Как прошлым летом. Так, 22.02. Какая красота. В 2021 году в Харькове. На 50-й параллели северной широты. Облака вокруг Луны освещены мне Луной, а светом солнца, отраженным от Луны, создается впечатление, как будто гала. Ладненько. Будем ждать.